Для оказания безвозмездной помощи ребята пришли в больницу. Они отправились в профпатологическое отделение, чтобы подарить пациентам книги. Дети принесли разные жанры литературы. Это детективы, приключения, русская классика, научная литература, фантастика и многое другое. Ребята уверены, что их доброе дело принесет персоналу и пациентам только положительные эмоции, поможет отвлечься от жизненных проблем, связанных со здоровьем. Руководство медсанчасти поблагодарило ребят за чуткость к больным и проявленное милосердие. Люди лежат в больнице, им грустно, правильно, они оторваны от дома, оторваны от семьи. И прочитать хорошую, добрую книгу, это способствует их выздоровлению. И они всегда будут, да, в хорошем настроении, они всегда будут помнить о вас, о том, что такие замечательные дети есть в нашем городе. Что они позаботились о наших пациентах. Сами пациенты были приятно удивлены таким подарком. Они замечательно провели эту акцию. Людям принесли частичку своего энтузиазма детского, которым мы будем теперь пользоваться, читать книги и получать от них удовольствие. Эта акция нашла отклик в душе каждого ребенка. Мои эмоции – это радость в душе, то, что я помогла людям и сделала их счастливее. Я пациентам вручил книги, и у меня на душе стало радостно. Помимо проведенной акции в больнице, ребята приняли участие в доброй ярмарке. Они собрали зимние вещи, игрушки, канцтовары и передали людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.